Я считаю, что Российская Федерация всеми силами должна поддерживать законные власти Сирии. Сегодня законными властями является правительство Башара Асада. Российская Федерация должна подтвердить свой статус великой державы. А с американцами у нас будут плохие отношения, независимо от того, поставим мы или не поставим оружие в Сирию. Я присутствовала на нескольких мероприятиях, очень крупных, в странах Восточной Европы, где американские послы впрямую призывали эти страны присоединиться к блоку НАТО.